Если хотите быстро приготовить шашлык, то я обычно его мариную в киви. Это такая сильная штука. Моментально маринует мясо. Только смотрите, главное не переборщить, чтобы мясо не стало вообще как тряпка. Буквально минут 10, максимум 15, и мясо готово. Итак, приступаю. Вот это все, что лежит здесь на столе, это все мне нужно будет. В первую очередь нарезаю мясо и мариную его в киви и луке. Самое сложное в этом деле приготовления шашлыка то, что нужно нарезать мясо. Вот главное помнить то, что мясо нужно нарезать поперек волокон. Так, если вот так направлены волокна, то я должна его разрезать вот так. У меня будут такие крупные куски. Здесь совсем большие. Значит, на две половины разрезаю. Где-то так. Одинаковые совсем уже куски не получатся. Но постараюсь сделать одинаковые. Мясо такое. Интересный кусок попался. И светлое мясо, и темное в перемешку. Еще посмотрим. Так, здесь что у нас? Так. Примерно так. Это какой-то странный кусок остался. Какие-то жилки подсунули. Так. Самое сложное позади. Теперь нужно посолить, поперчить. И понравится, маме удалит. Да, я сниму. Тут надо хитрый ракурс выбрать. Сейчас я сниму, потом ты снимешь.
Ой, упала. Что упало? Ой, я же... Что? Человек их там посадит он с краю. У меня здесь никак он. Здесь жесткая земля такая. Кушать хочется, пойдемте уже. Мне что-то знаешь, что захотелось, Алина? Картошки, картошки толченые.